За последние недели эпидобстановка в регионе приобрела достаточно напряженный характер. Ежедневно в больнице с диагнозом коронавирус попадают более 300 человек. В регионе уже развернут дополнительный коечный фонд. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров принял решение об активизации прививочной кампании и расширении работы мобильного пункта на базе музея «Россия. Моя история». На сегодняшний день на территории Волгоградской области провакцинировано порядка уже 570 тысяч человек. Это достаточно неплохой результат, но недостаточен для того, чтобы выработать коллективный иммунитет. С целью более такого комфортного или там возможности для вакцинации принято решение о создании на базе нашего Музея истории России такого центра вакцинации пропускной способностью порядка 1200 человек в сутки. Желающих сделать прививку без предварительной записи здесь начали принимать еще в середине июня. Но пункт на базе музея работал всего 3 часа в день и был рассчитан на прием не более 100 человек в смену. С этой недели время работы установлено с 10 утра до 8 вечера, а площади увеличены в 6 раз и зонированы, чтобы разделить потоки и не допускать очередей. В центре также подготовлены 12 специализированных кабин, закуплено дополнительное оборудование. Здесь можно будет получить как первую, так и вторую дозу компонента. А помогать сотрудникам будут добровольцы из числа студентов Волгоградского медуниверситета и медицинского колледжа. Глава региона подчеркнул важность вакцинации, особенно в связи с тем, что коронавирус значительно помолодел. В больнице обращается все больше молодых людей в возрасте до 35 лет с достаточно тяжелым течением заболевания. Кроме того, ковид быстро распространяется внутри семьи. Отмечаем, что вирус, еще раз скажу об этом, имеет такой агрессивный характер, высокую скорость распространения вируса. В основе характер семейный. Люди либо возвращаются с территории со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, либо отдыхали в местах традиционного летнего отдыха, приезжают в семью и, к сожалению, происходит заражение в семье. Напомним, в Волгоградской области борьба с коронавирусом продолжается. Развертываются дополнительные инфекционные койки. Увеличены объемы ПЦР-тестирования. Диагностика проводится уже в 22 лабораториях. Увеличиваются и темпы вакцинации. В регионе действует 61 стационарный и 10 мобильных прививочных пунктов. Кроме того, 89 передвижных бригад регулярно выезжают в отдаленные поселки. Ежедневно от ковида прививаются до 15 тысяч человек. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.